Что-то среднее между, я думаю, некой шокированностью и подозрением, потому что неоднократно уже были сообщения о каких-то непонятных прилетах в Московской области той же самой, и не очень пока понятно, является ли это действительно каким-то военным актом, или же это просто инсценировка, не очень понятно для каких целей. Каждого будет беспокоить, это же ненормально. Открытый терроризм. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapons for this.